Популярный британский экс-чемпион мира Амир Хан считает, что реванш между средневесами Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом не продлится всю отведенную дистанцию. Это хороший бой. Знаете, когда боец попадается на допинге, он уже не будет прежним, прежде всего морально, он не сможет чувствовать себя так же уверенно, как раньше, не принимая тот же препарат. Он будет думать, как мне теперь обходиться без этого, смогу ли я. Это его и погубит. Не знаю точно, принимал ли он что-то там намеренно или нет, но его дважды поймали, дважды выявили тот же самый препарат. Так что ментально это на нем скажется. Посмотрите на Альвареса в преддверии и во время первого боя с Головкиным. И посмотрите на него сейчас, все-таки обвиняет Хан мексиканца. Многие считают, что в первом поединке Альварес выглядел в разы крупнее, так что увидим, что произойдет. Но если он и вправду был на Кленбутерле, а теперь без него, то я предположу, что в реванше Головкин нокаутирует Альвареса в поздних раундах, сказал Амир Хан в интервью. Вы смотрели канал Fight Boxing, самые актуальные новости бокса и ММА. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе свежих новостей. Всем удачи!